Совсем другой подход к делу продемонстрировали косари на фестивале в Артях. Экофермеры, так они сами себя называют, вместо газонокосилки на бензине привыкли использовать древний инструмент. Откосить от тяжелой работы не пытаются. С косой в руках прошли 100-метровку, а некоторые замахнулись на рекорд. И это всего лишь разминка перед сенокосом, убеждали участники Ирина Шутько. Зарежу! На ней я вижу. Женщиной с косой в Артях никого не напугаешь. Их здесь несколько десятков. Как и мужчины, они секут поляну. Сметая все на своем пути, идут к победе на турнире косарей. А заодно и фигуру точат. Это же в движении, что мы сейчас покупаем вот эти круги, крутим, а это приятненько. Не, да. Я не вижу. Хоп-хоп. Давайте так, поднимаем. Впрочем, чтобы косить сено с такой легкостью, нужно сильно потрудиться. Хороший косарь одним движением руки должен оставлять на поле траву высотой не больше спичечного коробка. Чтобы победить, участники турнира должны быстрее и чище остальных скосить дорожку длиной в 50 или 100 метров. За любой брак начисляются штрафные очки. Показать себя в деле в Арти съехалось 50 косарей. Для Сергея это рядовые будни. С косой он уже полвека на «ты». Говорит, за этим инструментом ни одной газонокосилки не угнаться. К соседу, как говорю, сосед, он выходит этим. Как он называется? Триммер или что? Или бензокосилка? Я говорю, бери косу, а то забудете ведь. Я говорю, мои дети не умеют. Все равно ведь там надо крапиву или что подкосить. Это бензокосой все равно не будешь. Видишь, там бензин, а бензин у нас дорогой. Косить по старинке нынче стало модно, как и все экологически чистое. Может быть, поэтому на турнир нынче съехалось в 1,5 раза больше участников. Во всем мире вот это движение косарей набирает популярность. Во всех развитых странах проводятся такие соревнования. Потому что, значит, вот во всем мире появляются экологические фермеры, энергетика, которая от косы идет, она передается траве, она передается продуктам. Значит, и даже в Башкирии есть специальные виды телят, которые выращивают только кошеной ручной травой. На родине косы, в Артях, участникам в этом году даже погода помогала. Под мелким дождем, говорят косари, работать легче. В итоге приезжие едва не побили исторический рекорд. 100 метров один из участников сравнял с землей за 3 минуты с небольшим. Ирина Шутько, Ксения Башкирцева и Сергей Дегарев. Новости 41-го канала.